Томск здесь. Мы продолжаем. Миграция мечей в другие города является одной из самых острых проблем в регионе. Об этом говорят чиновники, подтверждают данные статистики. С начала года Омск покинуло уже больше 2000 человек. Уезжающие жалуются на маленькие зарплаты, высокие цены в магазинах и отсутствие интересной работы. Однако, по данным статистики, жить в Омске дешевле, чем в других городах Сибири. Ольга Кочкурова проанализировала десятки отчетов и рейтингов и готова с этим поспорить. Пожалуй, самый неожиданный факт. В Омске бензин – один из самых недорогих в стране. По данным Росстата, в среднем цена литра 92-го бензина в Омске составляет 34 рубля 30 копеек. При этом средняя стоимость в стране – 36 рублей 17 копеек. Да и в среднем по Сибири литр 92-го дороже, чем в Омске. Так, в Томске за 92-й водители отдают 34 рубля 39 копеек. В Новосибирске – 34 рубля 40 копеек. А самый дешевый бензин – в Кемерово. Литр 92-го – 34 рубля 23 копейки. По данным статистов, в Омске не только ездить, но и жить не так дорого, как в других регионах Сибири. Средняя стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире – 43 548 рублей. И это значительно дешевле, чем у соседей в Новосибирске – 57 598 рублей. И если там такая цена кажется обоснованной, город больше и, что скрывать, перспективней, то цены на жилье в Томске и Кемерове удивляют – 55 и 44 тысячи рублей за квадрат соответственно. Дешевле, чем в среднем по Сибири, почти на 900 рублей омичам обходится фиксированный набор продовольственных товаров и услуг. В него входят 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных и 12 видов услуг. В марте 2017 года омичам он обходился чуть больше 12,5 тысяч рублей. В Новосибирске за тот же набор платили почти 14 200 рублей. В Томске чуть больше 14 тысяч. Дешевле установленный набор первой необходимости только в Кемерове – 12 250 рублей. Дешевле, чем у соседей, в Омске и медицинские услуги, и в частности прием стоматолога. Для сравнения статисты взяли уровень цен на установку пломбы. Средняя цена в Омске 898 рублей. Это, конечно, не 563 рубля, как в Воронеже. Этот город – лидер доступной стоматологии, но зато гораздо дешевле, чем в Новосибирске, где эта же услуга в среднем обойдется в 1600 рублей. Дороже всего услуги зубного врача в Санкт-Петербурге – 2600 рублей за одну композитную пломбу. Еще один плюс. Омск входит в двадцатку регионов страны с самой недорогой мобильной связью. При этом еще пару лет назад регион находился в середине списка на 45-м месте. Самая дешевая связь в Самарской области, а самая дорогая – на Чукотке. Впрочем, несмотря на относительную дешевизну, радоваться омичам доступным ценам особо не приходится. Ведь в Омске самые низкие в Сибири зарплаты. По официальным данным, в 2016 году в среднем жители Омской области получали 28 тысяч рублей в месяц. В Томске эта цифра выше на 6 тысяч, в Кемерове почти на 1500, в Новосибирске на 2500. Однако, как показывают интернет-опросы, жители Омска зарабатывают и того меньше, в среднем 17-20 тысяч рублей.